Здравствуйте. Здравствуйте. Куда путь держите? Ищу группу инженера Рожнова. Я инженер Рожнов. Ну и вот, кончила институт в Москве. Теперь вернулась в родной край. Правду сказать, рада этому. А вы знаете, и я полюбил эти места. А вон наш лагерь. Полюбуйтесь. Вы не находите, Гаврила Борисович, что мы с вами романтики? Ищем нефть на Камчатке. Я себя, Иван Иванович, на Камчатке чувствую как дома. Гаврила Борисович, Иван Иванович! Приготовьтесь к сюрпризу. Куда вы, Иван Иванович? Познакомьтесь, товарищи.
через хребты и дебри приехал мой помощник, инженер Наталья. Петухов. Наш коллектор. Гаврила Борисович Перебейнос, наш повар. Очень приятно. Норт, товарищи, ведь это моя собака. Норт, как она к вам попала? А это собака нашего проводника. Она. Да вот и он. Она. Здравствуй, Кири. Здорово, Наталья. Приехала? Вот ты, однако, какая стала. Другая. Уж 5 лет прошло, как она на материк уехала. Для учения. Тебя, однако, наши не узнают. Из одного села мы. Иван Иванович, помогите, пожалуйста. Руку. Покурим, что ли, Иван Иванович? От курева нефть не появится, Александр Петрович. Скептикам и нытикам лучше всего в научные экспедиции не ездить. Это я не про вас, Иван Иванович, это я так. Сюда, сюда, сюда! Скорее, сюда! Нефть нашел, здесь она! Скорее, скорее, нефть! Нефть. Как будто нефть. Нет, нефть. Смотри. Кири, друг, пойди-ка погляди, что у тебя в мешке делается. Мировое открытие. Примусе керосин обнаружил. Помогите! 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 Норт, какой ты грязный. Где ты вымазался? Норт! Что случилось? Норт! Куда ты? Норт! Норт! Ну? Ну! Гаврила Борисович. Сейчас, Гаврила Борисович, сейчас. Не ходи, Наташа, утонешь.
Держитесь, Гаврил Борис, держитесь. В источник попал. Сейчас, Гаврил Борисович, вытащим. Ок, а нефть раньше инженеров кучу. Попал в самую настоящую трясину. Вот, дружок. Иду по тайге полным ходом. Курс держу правильно. Смотрю, зыбко стало. Качает. Ну, думаю, она, голубушка. Она, нефть-матушка. Сегодня накормлю вас фазаном. Отправился на охоту. Обед будет на славу. Гавриил, перебей нос. Обеда не будет. Ах, наши едут. Едут. Охотнички. Любуйтесь. Сейчас мы их... Правильно. Только скорее, Александр Петрович. Скорее, скорее. Ну как? Хорошо. Разрешите? Пожалуйста. Кассету. Оп! Спасибо. Обещал. Молодец, Гаврил Борисович. Молодец. Фазан. Получайте. Можно сказать, что не ожидал. Жирная птица. Да. О, птица знаменитая. Фазан? Какой фазан? Однако глухарь это. Только застрелил фазана. Вдруг крик. Гляжу, тонет в трясине Наталья. Я к ней. Еле спас. Тут она меня простить. Скажи нашим, будто это ты тонул. То есть я, значит. Стыдно ей. Ну что ж, согласен. Только ты меня, Александр Петрович, не выдавай. Ладно, не выдам. Не выдам. Играй, Кирик. Давно не слыхал наших песен. А тебе какую? Вот эту помнишь? Я был белым.
скорее в Кречетово сватают. А я все думаю. Чего ж думаешь? Девушка хорошая и хозяйка. Тебя ждал, Наталья. Пойдешь за меня замуж? Какой быстрый. Не шути, Наталья. Наташа! Иду, Александр Петрович, иду. Да, нефтью даже и не пахнет. Надо спускаться южнее. Вот сюда. Вряд ли и тут есть. Вряд ли. Нет, есть. Бабушка рассказывала, что отец охотился в этих местах. Пришел как-то домой. Вся одежда его была в жирных пятнах и керосином пахла. Бабушкины сказки? Может быть, и сказки. Ладно. Независимо от бабушкиных сказок, будем двигаться на юг. Thank you.
Иван Иванович, слезай с мачты. Кончай, кончай вахту. Александр Петрович, река-то все унесла. Кони разбежались, только мой остался. В кустах запутался. Александр Петрович, вот видишь, лагерь-то, а? Ну, конечно. Все погибло. Только этого и не доставало. Давайте, товарищ, соберем все, что осталось. Ничего не осталось. Да будет вам. Не все еще у нас погибло. А зимняя одежда? А все консервы, Наталья Максимовна? Какой завидный оптимизм. Мы сюда будем таскать. Тут, однако, сухо. А? Только банки собирай. Банки. Ну, ладно. Вот. Радио камнем разбило. А вот гармонь. Цела? Цела. Спальные мешки остались. Вот ружье. Ну как, Наталья, надумала? Ты про что? Сама знаешь. А, только про то и думала. Как началось извержение, так все и думаю. Так все и думаю, когда оно кончится. О начальнике думала. Брось дурить. Обманула ты меня, обманула. Александр Петрович, что же будем делать? Лошади разбежались, продуктов нету. Кирика-то лошадь осталась? Осталась. Ну вот, завтра один из нас поедет в колхоз. Товарищ, Кирик убежал. На лошади. Эх, черт. Кирик, Кирик! Вот, крыса с корабля. На меня обозлился. Как же теперь быть, Александр Петрович? До ближайшего селения 200 километров. Эти не дойдут. Самому идти надо. Вы начальник экспедиции. Вам нельзя уходить. Подождем до утра. Утро вечера мудренее. Главное, унывать не следует. Сегодня начальство заспалось. Три. Замолчи! Начальство, чаек. Товарищ Рожнов! Товарищ Рожнов! Натальи Максимовны нет.
Понятно. За женишком. Подожди. Здорово. Дяденька, подвези. Мне в колхоз надо. Не по пути. Я на Еловку. Хоть немного с тобой проеду. Не имею права возить. У меня почта. Подвези, дяденька. Ну ладно, садись. Поехали. Ах, вот спасибо тебе. Надо людям помочь. Они для нас с тобой нефть ищут. Ах, вот хорошо тебя встретила. Ладно, доедем. Ну, птицы небесные и вечные странники, довольно нежиться. Собирайтесь, погода установилась, двинемся на юг. Ваша жизнерадостность, Александр Петрович, будет стоить нам жизни. Куда двигаться? Зачем? На юг, Иван Иванович, на юг, к колхозу. Ну, собирайтесь, собирайтесь. Собираться, так собираться. Ну, веселее, веселее, давай. Ладно, ладно, Гаврий Борисович. Уж знаете, как мне. Давай. Да, Иван Иванович, ну давай, собирай кули. Дальше не пойдем. Вы действительно выбились из сил, друзья.
тебя дойду. Ты им нужнее. Назад, лорд. Пошел! Ну! Чего вернулся? А на что я им? Там Наталья. Она лучше меня эти места знает. Иди, жадина, обед будет. Давай. Долой. Долой. Берлогу дровами. Ему тесно станет, он не вылезет. Ступай. Напрасно только маемся. Маемся? С какой стати? Нет, вы скажите, с какой стати? Ты не кричи, Иван Иванович. Медведь, медведь. Тебе, Иван Иванович, всюду медведи мерещутся.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще шесть дней. Морт! Дорогой мой, голодный? Да, ешь. Ну, что с тобой делать? Ну, пойдем вместе. Иван Иванович, вы бы хоть для нас побрились. Взгляните на меня. Через день красоту навожу. Не бриться, а к смерти готовиться надо. Ведь 7 суток на голодном пайке сидит. Проводник убежал. Наталья Максимовна... Может быть, она записку тебе оставила, Александр Петрович? А вы и впрямь поверили, что Наташа сбежала. Чудаки вы. Право, чудаки. Ну, а где же она? Я ее послал в колхоз. Я. Понимаете? Наташа здешняя, хорошо знает район. И через несколько дней привезет нам продовольствие и одежду. А до ее приезда советую быть вам в прекрасном настроении и через день бриться, Иван Иванович. Я так и думал. Чудак ты! Иван Иванович. Мешайте, мешайте. Здравствуй, Петрович.
Здравствуйте. Наталья приехала. Женюсь. Жениться собрался. Кого в мужья берешь? Он убежал. Нашу экспедицию бросил. Людей погибать оставил. Нарты, одежду, продовольствие, немедленно. Вот что. Запрягайте собак. Грузите нарты. Ехать надо. Верно. Что же ты от нас говоришь? Бежал, значит. С ним после поговорим. Не время. Людей выручать надо. Грузить нужно сейчас же. Янки даже за всю первую жизнь. Голод станет. Пурга налетела. Однако нельзя в пургу ехать. Собак погубим и сами пропадем. Верно. Чего там верно? Люди погибнуть могут. Куда такая поедешь? Замерзнешь. Ишь, разошлась. Мария, собирай еду для экспедиции. Кухлянку, торбаса, малахай. Надо собрать людям одежу. Одевайся, а я с Марией нарту упакую. Поедем ли, однако, в пургу? В пургу не ездят. Ездит, когда надо. Готова, нарта. Измайловна. Баба и та не боится. Нечего рассуждать. Едем. Молодец, Наталья. А Наталья-то уехала. Рассуждать нечего. Едем. Едем. Говорю, король.
Слышишь? И семьи бросили. На десятки тысяч километров приехали сюда. Доверились Рожнову. Гаврила Борисович. Доверчивые дураки. Выпусти пар. Котел лопнет. Начальник. Девчонки, поверил. А она сидит с женишком в теплой избе, над нами посмеивается. Ухожу! И вы идите со мной, Гаврила Борисович. Никуда вы не пойдете. За нами приедут. Опять бабушкины сказки! Опять бабушкины сказки! Пойдемте, Гаврила Борисович. Гаврила Борисович. Я начальника не брошу. Коллективно подыхать решили? Отдыхайте. Останьтесь, Иван Иванович. Мария! Уйди, всю свадьбу испортил. Что ж, все уехали, а ты невесту стережешь. Герой! Собирай Кири к нарту. Поедешь? Ага, поеду. Возьмешь мою нарту, она возле дома стоит. Дорога трудная, Кирик. Ты давай через Ламутский колхоз, там мясо возьмешь. Так вернее будет. Помни, Кирик, людей спасти надо. Thank you.
председатель. Здорово, Кирик. Пойдем, моя юрта. Некогда, Микичан. Мясо надо. Оленину давай. Люди погибают. Капусту надо шинковать, но не от руки, а на корнерезке. Добавить свинины и поставить ее пассироваться на жирах. Щи у нас получатся прозрачные, розовые, вкусные. На второе могу предложить бифштекс. Делать его нужно из филейной вырезки. Нарезать ломтями в мой палец толщиной. И чтобы он был мягкий, очень. Посыпать солью и перцем. Затем жарю в масле 2-3 луковицы, кладу их туда же. Бифштексы поджариваю с обеих сторон. Для начальника держу на огне 2 минуты. Он с кровью любит. И мне. А для Ивана Ивановича... И мне тоже с кровью можно. Умоляю, Гаврила Борисович, довольно. Еще по бифштексу положить? Давайте. Не советую. Блинчиков есть не станет. Вот сука! Ай ты пес! Ой, молодчага! Ну и сукин сын! Сука! 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 Скажи...
Наташа приехала. Наталья Максимовна, как вы? Очень. Где Рожнов? В тайге. Все нефть ищет. А мы... Наташа, нашел твоей бабушкины сказки. Нефть нашли, товарищи. Нашли, товарищи. Погиб Иван Иванович. Полундра. Как тепло в ней, братцы. Как тепло. Жарко. Александр Петрович, полюбитесь. Красавица. Ну и Наташа. Капитан, девка. Спасла ведь. Вас, кажется, второй раз? Ну да. Гаврил Борисович, давай, давай, а то цинга хватит. Идите и вы присоединяйтесь. Еду. Кто? Вот. Верно. А, это ты, бродяга? Я. Здорово. Беглец. Мясо привез. Оленину. Мясо? Это же замечательно. Опять едут. Ура! Александр Петрович, фотографируйте. Нас спасают. Это же замечательно. Исторический момент. Фотографируйте же. Иван Иванович, ты скажи начальнику, пусть не сердится. Я мясо привез. Недисциплинированный ты человек. Спасибо. Спасибо, товарищи. Спасибо. Да, спасибо. Да. Спасибо. Спасибо, товарищи. Здравствуйте. 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 Здорово, начальник. Здравствуйте. Ну-ка, ну-ка. Очень спасибо. Здорово, друг. Спасибо. Ты не сердись на меня, Наталья. Не во мне дело. Что скажут в колхозе? Что люди о тебе думать будут? Не разгружаться! Лагерь переносится к нефтяному источнику! Бабушкины сказки! За нефтью едем, товарищи! За нефтью!